Народ, всем привет! Вы находитесь на канале Mad Geek Helper, и сегодня я расскажу вам, как поставить кастомный циферблат, кастомную заставку на ваш Mi Band 4. Для этого вам всего лишь понадобится скачать одно единственное приложение с Play Market. Ссылочка, конечно же, будет в описании. Итак, как оно называется? Вот оно, Mi Band 4. Название длинное, поэтому проще просто ссылочкой его перейти и найти. Итак, в чем сама соль и суть? Здесь огромный набор кастомных циферблатов. Люди сами сюда их добавляют, сами пилят, сами делают. Оно обновляется каждый день, их добавляется все больше и больше. Выбор просто огромный. В данный момент поиск не работает, к сожалению, он находится в разработке. Но вы можете, например, сделать разграничение по количеству установок. То есть, ну, самые топовые, естественно, вы найдете. К примеру, возьмем вот на первом месте у нас Человек-паук. 20 500 скачиваний. Листаем, смотрим, что тут есть интересного. К примеру, Рик и Морти или наш очень известный человек темной кожи. Ну, выберем любой для примера, чтобы посмотреть, как это все дело ставится. Нажимаем на выбранный циферблат и установить. Ждем немножко. Все, нужно будет перейти в Mifit. Открываем Mifit, собственно. Здесь профиль, браслет. Сейчас пройдет синхронизация. Подождем пару секунд. Раз, два, три, четыре, пять. И готово. Так, настройки циферблата. Мои циферблаты. И вот он сюда перекинулся. Просто нажимаем на него. Синхронизация. И ждем несколько секунд, пока он, так сказать, синхронизируется с Mi Band. Пока посмотрим на заставочку Marl, которая у меня уже стоит целых час. Вот синхронизация на браслет пошла, загрузочка есть, и буквально через несколько секунд мы получим просто шикарный кастомный циферблат на Mi Band 4. Синхронизация завершена. Отлично. Вот заставочка Рик и Морти уже на Mi Band 4. Выбор просто огромный. Пользуйтесь, ссылочка в описании. Лайк, подписка, колокольчик с вас на этот канал. Все, всем спасибо, пока.